Усама бен Ладен – террорист номер два. Лидер пакистанской ячейки Аль-Каиды теперь представляет меньшую угрозу для США. Ему на смену пришли новые радикалы. Кто теперь грозит Америке и миру, разбиралась Лана Варсимашвили. Это человек – американский гражданин, новый террорист номер один для США. Анвар аль-Авлаки потеснил самого Усама бен Ладена. В Аль-Каиде намечается реорганизация. Учитывая тот фактор, что Аль-Каида считается одной из ведущих международных террористических организаций, владеет так называемыми филиалами, да, международными сетями. И, соответственно, я думаю, что вот методы Аль-Каида не изменятся. Молодой лидер йеменских сепаратистов владеет английским языком. И методы вербовки у него современные. В свои ряды набирает американцев через интернет. Аль-Авлаки – единственный гражданин США, ликвидацию которого одобрил президент страны Барак Обама. Администрация правительства дала санкцию на проведение операции по захвату террориста номер один. Ищут США и уже бывшего террориста номер один Усама бен Ладена. Ищут 10 лет. 17-й ребенок в семье строительного магната возглавил Аль-Каиду в 89 году. На нем лежит ответственность за теракты 11 сентября. Вознаграждение за арест бен Ладена – 25 миллионов долларов. Сколько американский госдеп назначит за голову нового первого номера Анвара аль-Авлаки, пока неизвестно.